На домашнем поле Renault показали совершенно неожиданную приятную новинку – минивэн Renault Espace. Автомобиль получился на удивление красивым и, конечно же, позиционируется как минивэн-кроссовер. А по внешнему виду становится ясно, что в нем 7 мест, но что довольно сложно догадаться, автомобиль просто напичкан технологиями. Задние колеса могут немножко подруливать, чтобы уменьшить радиус разворота и обеспечить дополнительную маневренность. Также в машине есть интересная система складывания задних сидений с электроприводом. Сиденья могут складываться совершенно по отдельности нажатием всего одной кнопки. Также система MultiSense с всевозможными камерами, датчиками и радарами. Так что если вам нужен семейный автомобиль, но вы не хотите чувствовать себя за рулем. С выходом Renault Espace становится ясно, что семейный автомобиль может быть не только практичным, но кроме того еще и красивым, статусным и очень технологичным. А сейчас мы испытаем в действии систему One Touch – электропривод складывания сидений. А сейчас мы испытаем систему One Touch в космическом Renault Espace. Да, техника.